Всем привет, с вами Прия. Сегодня я тут сижу, всякие дела-делишки доделываю, можно сказать. Вот, а все бы казалось перед чем? Примерно месяца, не соврать, два, наверное, полтора даже будет вернее сказано. Где-то полтора месяца назад я поставил на стриме такую полосу доната, скажем так, под названием «На досуг в конце августа». Да, именно так эта полоса и называлась. Хотелось бы сразу выразить большое спасибо людям, которые поддержали меня в этом. Это Армрад, человек-школьник, который приходит на мои стримы только летом и поддерживает меня по факту только летом. Ему хоть за это огромное спасибо. Человеку с ником Тайный Воздыхатель, который донатил мне от ника Печень. Моя печень заботится обо мне. И Тайный Воздыхатель тоже, в принципе, на стримы в последнее время не заходит. Ну, может, случилось что у него, кстати. А может, случилось что с ним. А если с печенью что-то случилось, что тогда делать? Это печально очень на самом деле. Лопсик там тоже что-то донатил, помню, было дело. В общем, всем вам огромное спасибо за там моральную, там, материальную поддержку. Всех благ, как говорится. Кто настроение мое как-либо улучшал в эти периоды времени. Все-таки настроение также влияет напрямую на качество контента и на... И то мое настроение, в принципе, все логично. Да, конечно, около недели назад было одно печальное событие, но, как говорится, мы воверы люди сильные, все будет нормально. Вот, что же за досуг-то? Заинтриговал, да? Это я умею. Досуг заключается в том, что я еду отдыхать. Ну, наверное, пора бы, на самом деле, за 6 лет Варкрафта ежедневного куда-то съездить отдохнуть. Куда, спросите сразу же, да? Ну, куда обычно ездить? Очень интересный вопрос, на самом деле. А я вот возьму вам и не отвечу. Да ладно, шучу я. Что, я вас без ответа, что ли, оставлю? В Москву. Вот. Посмотреть на столицу. Познакомиться, пообщаться с интересными людьми, дела некоторые по стримам уладить, скажем так, и улучшить свое настроение все-таки. Вот, оно того стоит на самом деле. Ну, все уже куплено, все уже классно. Я занялся этим в ближайшие дни. Да, конечно, там была проблема с платежками. И чтобы вывести нормально с PayPal, это нужно было ждать 3-5 дней, да и я еще немножко напортачил с прикреплением карты к PayPal. На самом деле, мне очень давно надо было этим заняться, а я решил заняться только сейчас. Человек, который помог мне, это Дианарм с переводами своими там и различными подсказками, и Игноренс. Он помог там уже конкретно перебросить некоторые суммы. Это еще два человека, которые помогли мне в реализации моего дела. Вот вы скажете: «Прия, вот ты плохой человек, ты вот едешь только в Москву, типа, как тебе не стыдно? Мы сидим в своих там селах-поселках». Я сам из села, из поселка, Кемерово, население 666 тысяч, 666 человек, типа, это вообще скудно на самом деле. Типа, вот едешь только в Москву и никуда больше не едешь. А вот потом еще будет анонс какой-нибудь интересный. В общем. Я там знаю, что 7.3 скоро. И как-то мне так пофигу на него, на самом деле. Да, там я паниковал какое-то время по типу, когда оно выйдет, 23-го или 30-го. Примерно до числа где-то 27-го. До 25 числа, но у меня не будет нормального доступа к интернету. Ну ладно, там, мобильного, может быть. Это что такое? Это полезно. Вот. И то есть,
пытаться как-то играть, заходить в Warcraft, я смысла особо не вижу. Ну, а допустим, если уже выйдет 30-го 7.3, это, скорее всего, именно эта дата, то я смогу какое-то время уделить Warcraft. Ну, там, часик-два в день. Так, чисто отдохнуть, посмотреть, да и все. А на самом деле, в первой неделе выхода 7.3 не будет такого мощного контента. Да, будет 41-е знание артефакта сразу же. Да, будет недельное вскрытие сундуков. Я буду записывать его с ноутбука. Он лежит там, я вам его не покажу. Потом как-нибудь увидите. Вот. Я не знаю, как там будет запись идти с этого ноутбука на самом деле. Будет ли она вообще идти? Да будет. Самое главное, мне все перекинуть быстренько, да и настроить. Вот, смотрите вы этот видос там, не знаю, когда там, 18-го, не 18-го числа, 19-го там, может, кто-то. Ну, суть-то в том, что... Ну, стрима не будет в субботу. Я думаю, это весьма понятно. В воскресенье утром я уже улетаю. И как бы все. Сейчас про город-то свой вспомнил. И еще одному человеку спасибо, забыл сказать. Человеку с ником Коц в игре. Алексей в реальности, который живет в моем городе и с которым я также сделал небольшую финансовую махинацию. Вот. Добрые люди на самом деле меня окружают. Классные. Я собрал классное комьюнити. Я доволен этим очень сильно, на самом деле. У меня есть люди, которые могут меня поддержать. У меня есть люди, которые могут мне помочь чем-либо. И вообще есть очень добрые люди сами по себе. Речь не идет даже о финансовой поддержке, о прочем. Материально говорю. Чисто по духовной поддержке. Без хорошего настроения ничего не будет. А деньги — это дело наживное, и думать только о них — это дело такое себе, если честно. Я сейчас просто завершаю дела на своих персонажах. Я уже закрыл по 4 эпохальных инста. Я сижу сейчас, вскрываю эти недельные сундуки с недельного события. И как бы все, и в Warcraft, ну, зайду еще, там локалочки какие-нибудь поделаю, да и все. Вот. Что вам еще рассказать интересного? Все ссылочки в описании. Вот там инстаграмы, ютубы, прочее там. В общем, ладно. Ставьте лейку, делайте подписос на мой инстаграм, ютуб, твич. Я там чисто записи буду крутить. Может, кому интересно, что-то увидите интересного. Да и просто сидите на этих записях, чтобы канал в топ поднимать как вариант. Вот, в ВК-группе также там розыгрыш жетона проходит, прочие интересные моменты, там обсуждения иногда некоторые идут, общаемся там иногда, редко, но все же. Ну, по-разному, по настроению, опять же. Короче, будет классно. Будет классно, надеюсь. То, что за эти 2 недели ничего не случится, все будет хорошо. Вы по мне даже не скучаете. Хотя, может, кто-то будет скучать. Не знаю. Может, кто-то даже успеет соскучиться за эти 2 недели. А вот как раз. Вы вот меня вечно спрашиваете по типу. Да вот, мол, типа, там, какой там спек лучше, какие таланты лучше, какое что лучше. Посидите, поштудируйте YouTube. Серьезно, я столько блоков информации сделал, по модификациям. По, не знаю, по профессиям. Профессий мало, но все же. Но что-то можно полезное найти по сайтам. Самое лучшее видео по сайтам, серьезно, в котором я просто рассказываю обо всех сайтах и как ими пользоваться, и какую полезную информацию из них можно извлечь. Люди ко мне приходят и говорят: Линкольн Армори, при условии, что мой ник видно в 3 там или 4 позициях. Это глупо, мне кажется. Я и даже и не отвечаю на такие вопросы. Либо там уже модераторы сами этим занимаются. Вот, кстати, очень интересная такая вещица. На самом деле я люблю ходить по чужим стримам. Серьезно. Когда мне нечего делать, я могу открыть любой стрим, поздороваться с человеком и пообщаться. Если человек приятен мне.
на общение. Вот. И там же люди сидят, те, которые, допустим, у меня забанены, там еще у кого-то забанены, или просто не могут писать у меня по причине того, что они не подписались на канал. Ну, обычное самое, сердечко не нажали. То есть я не требую с людей платного сабскрайба, я требую лишь обычное сердечко. То есть ты нажал сердечко, ты посидел 5 минут, и все, и ты можешь писать в чат. Радуйся. Вот. И то есть я сижу на этих других каналах, я пытаюсь общаться со стримером, может там что-то узнать интересного там. Если я этого человека как стримера давно знаю, интересуюсь, что, как у него вообще, ну там, с игрой его, не игрой там, что интересного такого. А мне начинают в ответ другие люди говорить, вот, что я у тебя забанен, вот, плохой человек, начинают на меня ругаться, начинают на меня материться, получают ответную, опять же, долю хейта на другом канале. Это весьма забавно. Запомните раз и навсегда, что моим чатом занимаются модераторы. Я к нему никакого абсолютно отношения за последние месяца три не имею. То есть, что такое чат для меня? Чат для меня это люди, с которыми я могу пообщаться, что-то обсудить и, как вариант, ответить на чьи-то интересные, уникальные, что самое главное, вопросы. Не уникальные вопросы, это неинтересно. На самом-то деле. Короче, чё я сижу, распинаюсь? Чё я сижу, распинаюсь? Ставьте лейку, делайте подписос. Берегите ноги, побольше вам легендарок. Чтобы вот, пока меня нету эти 2 недели, чтобы все легендарки дропнули. Поняли? Не дропните легендарки, лично забаню. В Варкрафте при том. Я напишу куда надо, у меня есть связи. Шучу, ничего у меня нету. Сидят сейчас, боятся там меня. Все, давайте. Обнял, поднял, как говорится. До скорого.